А так как я не теряю время на то, чтобы взять мастерок, положить мастерок, соответственно, уже идет ускорение процесса. Всем доброго дня, с вами компания «Печный мир». Сегодня мы также в Красноярске, ну также, наверное, в предыдущем видео, если мы выпустим его рядом, приехали сейчас в гости к Петру Бердюгину, посмотреть, как он работает. И, так скажем, да, сейчас он как раз, мы находимся на объекте рабочем. Интересно посмотреть, как Петр кладет кирпич. Это самое интересное, наверное, то, что можно увидеть. Мне самому интересно. Петр, приветствую. Расскажешь о работе своей? Ну, а потом уже посмотрим на практике, как ты работаешь с кирпичом. Я ложу кирпич на глину в перчатках рукой, потому как это экономит время, примерно процентов 30-40. Также на длинных пролетах, как здесь, например, работаю по нитке. Поднял маяки, натянул нитку и пошел. А опыт у тебя есть каменщика, да? Да. Откуда? То есть работал каменщик? Да. Поэтому любому печнику, кто хочет наработать скорость, рекомендую поработать каменщиком. Хотя бы на зиму. Все равно зимой печи нет. То есть на дом куда-нибудь, облицовочную, да. Лицевую кладку. Облицовочную кладку, либо перегородки. Угу. Так, получается, здесь это кафе, да? Да, здесь будет кафе. А какая задумка вообще самого проекта, то есть, чтобы понимание было? Я собираю фальш-стену, с задней той комнаты стоит железный мангал. То есть готовить будет в мангале? Да, готовиться будет в мангале. Задумал клиент, попросил сделать красиво и попросил сделать эмблему. То есть про красоту сейчас мы еще вернемся. Вот про функционал еще можешь? Mm-hmm. Ну, эмблему мы покажем. Mm-hmm. А про функционал, вот что здесь? Про дожик, про само вот это место для жарки? По функционалу задняя стенка будет закрыта металлом и будет выводиться вытяжку металлическую. То есть сверху вытяжка, да, идет? Да, сверху будет вытяжка стоять. Ага. За кирпичной стеной находится камера дожига углей. То есть там кидаются дрова, выжигается уголь, выгребается на мангал уголь, и здесь уже готовится. То есть вот этот короб, но он уже рабочий, да, видимо, его жгли где-то? Ну, скорее всего, да. Потому что он такой подкопченный. То есть сюда наложили дров, может, и полную, да? Да, а потом оттуда нижнюю часть, да, потом угли. Выгребается на угли. Угли выгребают. Ну, а так часто рестораны стреляют? Нет, достаточно редко. В прошлом году, в феврале, я собирал ему, этому же заказчику. Ага. Вот. Чаще частный сектор. То есть был в доме, сейчас уже это... Да, да. Как бизнес. По эмблеме расскажешь, Петр? Mm. То есть у клиента получается... Заказчик сделал себе эмблему. Вот, заказал дизайнеру и говорит, хочу такую на кирпиче. То есть вот здесь ты уже сегодня 3 часа подумал, поваял, получилось, заказчик утвердил, сказал, да, ее монтирую. Так, ну что, перейдем к самому главному. Покажи, Петр, как ты делаешь именно свою технологию. Можно, да, я поднимусь сюда тоже? Не сломаются леса? Нет. А я сюда на эти встану. Угу. Опа. Сегодня с Алексеем разговаривали, говорят, помощники у тебя долго не работают, не вывозят ритма твоего, скорость. Да, потому что в день выкладывается кирпича от 200 штук. От 200 их надо напилить, принести. Так, что, наверное, не видно будет. А кто учил вообще вот работать руками? Откуда это? Пробовал мастерком. Вот. Изначально учили мастерком работать, когда в строительном колледже учился в городе Боготол. Попробовал мастерком, попробовал руками, выяснил для себя, что руками намного быстрее. Да, грязно, но в любом случае, хоть с дозатором работай, кладка будет засираться. В любом случае придется мыть. А какая разница, сколько ты будешь отдирать там, 10 грамм или 50 грамм склад, все равно отдирать придется, отмывать. Угу. А так как я не теряю время на то, чтобы взять мастерок, положить мастерок, соответственно, уже идет ускорение процесса. То есть здесь ты уже тот тычок подмазал и тоже ускорился. Угу. А печку оттирать или, ну, вообще работу приходится в конце рабочего дня или по окончании? Чаще всего по окончании объекта. То есть сегодня ты подготовился, видимо? Да, ты да. Мы ехали, ты ее почистил. Сегодня я подготовился.
А уровень за счет шнурки? За счет шнурки, да. И уровень, и плоскость угоняется. Поэтому то есть угловые... Уровень по факту взял... только делать маяки, и все. Да, потом закидываешь в середину. Вот эту работу ты уже сколько делаешь по времени? Так, сегодня третий день. Сейчас. Сегодня третий день? Да. То есть сегодня к вечеру закончишь? Сегодня я эту стенку закончу, и завтра барной стойкой займусь. А барную стойку с мастерком можешь? Да, на цементопесчаной кладке мастерком, потому что цементопесчаная кладка более жесткая, чем глина. Ага. Поэтому удобнее работать мастерком. Также трубы на улице на цементопесчаную кладку ложу уже мастерком. Ну, то есть получается медленнее, видимо? Да, это уже медленнее. Ну, а вообще раствор, глина, она же щелочная, как на руки, влияет, не влияет? А если кожа чистой рукой, без перчаток работать, дня за три начинает съедать кожу, появляются цыпки и прочее. Кожа сохнет, ага, привыкает к постоянной влаге. Ну, по итогу пришел сам к тому, чтобы заработать-то в перчатках? Или ну, все-таки и... где-то кто-то подсказал, что так тоже делают? Ну, первый объект делал в мастерком. А в перчатках. Перчатки быстро засрались. Вот, превратились в один большой комок. Плюнул, бросил обычные тряпочные перчатки. Вот, начал работать голой рукой. При этом за три дня вылезли болячки на руках. Кожа потрескалась. Решил, ну и нафиг. И нашел такие вот хорошие, толстые, резиновые, химически стойкие. А почему маятник не используешь? Ну, такой, неудобный? Ну, вес, например. Носить то, что с собой? Да. Почему пилю именно так, отправляя его от себя? Потому что если подкипишь под какой-нибудь мусор, камешек или что-то прочее, кирпич может закусить и выбить. Ну, то чтобы есть, на себя если не полетел. Если я буду пилить на себя, кирпич может тупо сломать ногу. А так он улетает вперед. А так он улетел вперед. И все. Я в течение первых трех лет каждый год себе резал ногу. От чего? То, что на себя пилил? Потому что, например, не планировал, расслаблялся. Ну а что, будет она в этом маятнике? Да, ему было бы, ему сейчас проще так, да, он себе взял такой станок. Ну, потому что, ну, понятно, что раньше не было, я тоже так работал, вручную. Но когда закусывает, да, там хоть и болгарка может улететь, и кирпичи улетали. Да и начинаешь, когда что-нибудь такое фигурное резать, проще уже болгарка. Про скорость еще, про время работы. Вот в среднем, ну, допустим, обычная отопительная печь, там 4,5 на 3,5 кирпича с плитой. Сколько времени занимает, ну, с таким способом кладки? Черновую кладку вдвоем с помощником мы собирали за 22 часа. То есть даже не в днях, просто да, в часах? То есть в часах, да. Но это как то есть мы за день... достигли время с выезда из дома и приехали домой. Дорога была примерно полтора часа, это большая мурта. То есть ты сутки работал? Или да, все-таки выезжал а, домой? А, мы там... Получается, часа три поспали и добили, потому что уже когда подошли к трубе, на улице стемняло, уже не хотели потянуть, лезть на трубу наверх, на крышу. То есть все-таки ну, быстро достаточно. Но во время на очищение, наверное, уходит больше. Ну, не больше, там, а какую-то ну, часть времени чистить занимает. Примерно часов 5-6 полностью, да, если отмывать. Печку под лак собирается 4-5 дней вместе с трубой. Ну, стоит оно того, чтобы замарать ее? 5 часов плюсом потратить и... Ну, если работать мастерком, плюсом будет уже минимум пару суток. То есть 3 дня эту работу можешь сделать? Да. И все равно придется отмывать ее потом. Ну, вот сколько мы сейчас тут снимали? Минут 10, наверное? Да, меньше. Меньше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 12 кирпичей было положено. Вот с учетом средней стоимости укладки одного кирпича около 100 рублей. Вот и посчитать. 1200 заработал. Да, за 20 минут. За 20, даже меньше, наверное. Ну, еще очистится там как раз 20 будет. Но вот здесь надо подумать, кому удобно, кому нет. Кто-то просто чисто любит сразу делать.
Но если ты очищаешь после, и работа, наверное, друг от друга не отличается, то да, здесь уже думаешь, насколько это удобно. И... Главное попробовать. И так, а там уже решить для себя, как лучше, как интереснее. Ну а вообще вот в таком качестве кладки, как оцениваешь свою работу? То есть по кирпичам или, ну, плюс-минус понять? Чаще всего чего? По времени. По времени? Да, и по сложности работы. Ну сколько в среднем стоит, допустим, обычная печь, ну опять же, отопительно-варочная для дома, ну, честно? Я по прошлогодним ценам, как нынче еще цены не поднял, потому что сейчас быстро что-то бенз полез вверх, вот, делаю их по 60 пока, потому что договоры сейчас прошлого года заключены у меня с людьми. Ну то есть стоимость определенная за печь, да, да. И ни вправо, ни влево есть, и как-то не меняется она от заказчика? Чаще всего не меняется. Может измениться от того, что, например, второй этаж высокий. Труба. Мансарда, да, больше. Большая труба. Фундамент заливать также. Это может измениться. Либо подъемные сложности, там выпилить стены, потолки. Но в таких случаях, когда трубы и все остальное, помощника ты берешь с собой или также один делаешь? А когда как? Когда есть возможность, беру, когда нет возможности, делаю. Летом работал с сыном нынче. Вот. Сейчас началась учеба. Все, он остался один пока. Ну, подрастут сейчас, упитают 6 детей. То есть 6, ну, четверо помощников, как минимум, пацанов, я думаю, что будет на лето. Может, у тебя что-то есть поделиться опытом какой-то или совет дать начинающим печникам? Начинающим печникам не бойтесь пробовать, не бойтесь обращаться к другим печникам, поработать с ними, тем самым помощникам. Для начала, чтобы посмотреть опыт других людей, двух, трех, четырех, читайте книги по печному делу. Например, Протопопов достаточно интересно и качественно описывает разные строения печей и их смысл, принцип работы. Ты готов бы взял, сейчас посмотрит кто-нибудь с Красноярска, себе помощника? Да, конечно. То есть ты рассматриваешь тоже в поиске, если кто-то желает, да, может обратиться к Петру, ну или там в комментариях написать, то есть стыкуемся с Петром и поучиться, поработать. За это время, что я работаю в Красноярске, у меня тут уже действующих 6 человек, которые поработали с моими помощниками и сами начали заниматься печным делом. Один из них вот стоит, Алексей. Можно подснять, у нас тут Алексей рядом с нами, нас привез. Спасибо большое, Алексей, что довез до Петра. Ну вот Алексей работал как раз с Петром, сколько, полтора-два месяца? Два месяца. Больше не вывез, спина там. За два месяца мы сделали 7 объектов. Начинающий подсобник, может, где-то не успевал закладкой? Не успевал. Почти постоянно. Почти постоянно. Ну ничего, бывает. Зато сейчас сам уже делает. И я думаю, что была польза поработать, да? Да, была. Огромная была польза. Ну ладно, на этой ноте, наверное, прекрасной мы закончим наше коротенькое интервью. Петр, спасибо. Пожалуйста. Рассказал, показал о работе, то есть просветил, так скажем, именно свое мастерство кладки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Печного мира. Ваш Печной мир.